Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале о рукоделии. Сегодня мы с вами подведем итоги ноября 2020 года. Я вам расскажу, что же я связала за этот замечательный месяц. Но я дома не одна. Я дома со своим сыном, поэтому если он где-то появится в кадре или вы услышите шум, это ребенок. Я надеюсь, нам это с вами не помешает. А кому интересно, все-таки узнать, сколько пряжи я извязала за этот месяц, а также что у меня получилось, оставайтесь со мной и давайте приступим. И знаете, наверное, сегодня я буду рассказывать по наименованию вещей. Начну я с очень интересной вещи, если можно так назвать, это гном. Игрушки я не вяжу, но здесь мне очень захотелось. Ну, просто-напросто ноябрь, да, это все-таки почти декабрь. А декабрь это почти Новый год. Поэтому я решила готовить сани пораньше и решила вот связать такого интересного декоративного гнома. Вязала я из остатков пряжи абсолютно разных, да, ну, понятное дело, что немножко я все-таки придерживалась цветовой палитры. И гном этот у меня весит 120 грамм, ну там, со всевозможными, да, набивками, вот. Поэтому, кто хочет связать такого гнома, в этом нет ничего сложного. Две шапки, можно сказать, маленькие, и соединяем. Вот такой гном у меня получился, и это готовая работа этого месяца. Правда же замечательно, да? Дальше, наверное, я вам буду рассказывать о плечевых изделиях, потому что их всего две, эти работы, и они очень интересны, и на обе эти работы у меня есть небольшие мастер-классы на моем канале. Если вам интересно, проходите, смотрите. И первая вещь, которую я связала прямо в начале месяца, это был кардиган. Бабушкин кардиган называется это изделие, и я о нем рассказывала уже очень много, и в мастер-классах, и во влогах, и мелькаю на канале у себя, и недавно вышло видео про кардиганы, везде я рассказываю, но на всякий случай повторюсь. Вязала я из пряжи Газал Перу Альпака или Альпака Перу. Пряжа мне очень понравилась, но она колючая, то есть вот понятно, да, что под кардиганом у нас либо майка, либо футболка, но на рукавах все-таки чувствуется эта колкость, но мне она безумно нравится, эта пряжа очень понравилась. Изделие дважды стирано, я приняла решение, что это изделие я буду в основе своей носить дома, только потому, что я сейчас преимущественно нахожусь дома, а рядом с окошком, когда я сижу работаю, мне очень прохладно. Поэтому, но в принципе, если вещь останется в таком же идеальном состоянии до весны, я думаю, что и весной я буду на улицу прекрасно носить этот кардиган. Он немножко распушился после второй стирки, но нигде не закатался. Пряжа, вы знаете, мне кажется, эта альпака, вот эта колючая, да, она имеет длинные волоски, и вот эти волоски немножко шикочут, и кажется, что присутствует колкость. Что особенного в этом кардигане? Он связан сверху вниз. Вот в такой интересной технике спущенного плеча с цельно вязаной планкой. И здесь у меня я сделала гениальное решение. Я просто зашила кнопки, а сверху пришила пуговки. Просто потому, что мне очень не нравится, как смотрятся, так и хочется сказать, дырочки. Но мне сделали замечание, ну пусть будут дырочки, да, на планке. Вот. И что еще можно сказать об этой вещи? На этот кардиган у меня ушло 460 грамм, то есть у меня было полкилограмма, мне эту пряжу дарила Юля, спасибо еще раз огромное. И я в этом кардигане практически каждый день греюсь. То есть это, мне кажется, прекрасно, когда вещь работает именно таким образом, что она у нас постоянно в обиходе, а не висит просто так в шкафу. А вот следующая вещь, которую я связала, скорее всего, будет лежать, преимущественно будет лежать в шкафу, потому что она у меня праздничная и она у меня на выход. Выход случается не так часто, но зато эту вещь можно носить и в театр, и в кафе, и в гости, и не в гости, везде, но это действительно должен быть повод куда-то выйти, нарядиться. Дома в этой вещи точно не походишь, ну, по крайней мере, я нет. И это японская наволочка.
Вот так выглядит эта наволочка. У меня есть мастер-класс, как вывязывается это плечо. При всем при этом скажете, ну такое же плечо, как и там. Но нет, связано изделие снизу вверх. То есть вывязан росток, это не отдельно связанные детали. То есть это все вяжется цельно. Вяжется снизу прям цельно, разделяется только в местах рукавов вот здесь. Потом снова соединяется и снова вяжется по кругу. И сама горловина тоже вяжется по кругу. Вот такой вот метод у меня вдруг нечаянно родился на спицах. Я нигде не подглядывала, просто-напросто опыт, наверное, да, который у меня накопился, я смогла применить вот таким образом, то есть при вязании снизу вверх. Может быть, кто-то из мастериц уже так вязал, я не знаю. Может быть, я где-то даже совершала ошибки, потому что такого рода изделия, связанные снизу вверх, вот в таком виде, с ростком, со всеми делами, я вязала первый раз. Вязала из пряжи Cash Blend, эту пряжу мне дарила моя Таня с канала, у нее тоже есть свой канал, Таня С. Вот, я не раз уже оставляла ссылочку, и что хочу сказать, изделие весит 280 грамм всего, то есть у меня даже пряжа осталась, но видите, оно лежит в шкафу, здесь в составе есть лен, и поэтому, конечно, изделие мнется. Надевала всего лишь раз, ну, больше для фотосессии, наверное, ну, на плечиках оно, конечно, смотрится несуразно, надо на теле показывать. Вот, очень красивое праздничное изделие у меня получилось. Я очень довольна и первым, и вторым изделием. То есть одно получилось такое повседневное на каждый день, а второе получилось праздничное, красивое и на выход. Ну, мне кажется, это очень-очень круто. Так, дальше. Дальше я вам, наверное, просто покажу вот такую кипу носков. Да-да, это все связано в этом месяце, не поверите. А все почему? Потому что когда я веду большие, крупные, сложные плечевые изделия, где нужно что-то придумывать, да, что-то додумывать, я не вяжу по мастер-классам, поэтому мне параллельно необходимо вести какие-то маленькие процессы. Но самый примитивный процесс, который может быть, это, конечно, вязание носков. И как-то говорили на YouTube, если вы не вяжете носки, не начинайте их вязать, просто потому что... Кто же говорил, Аня? Я не помню, кто говорил, недавно смотрела видеоролик. Просто потому что это затягивает, как семечки. И вот правда, вот знаете, а еще я люблю вязать из остатков. Вот здесь нет ни одной носочной пряжи, это все пряжа либо бобинная, дешевая, купленная специально на носки, и подмешанные к ней остатки пряжи. Но в общем и целом я везде применяла остатки. Это получились новогодние носочки. Здесь я сочетала несколько видов пряжи, в том числе китайскую норку с хлопком, твид мой с шерстью. А здесь я вывязала наконец-то эту злосчастную розовую пряжу, которую я не люблю. Причем здесь в одном случае в одну нить, смотрите как, да, а во втором случае в две нити. Все равно пряжа имеет рядность, несмотря ни на что, хотя носки я вяжу прям очень даже неплохо. Вот, и вот так получается. Тут просто сама пряжа такая, хотя вот в этом варианте выглядит лучше. Здесь я пробовала новую для себя пятку подкову, примерила после стирки даже, все равно мне здесь вот этот подъем, он, ну, великоват. Мне больше нравится, когда носки вот такие, то есть хорошо сидят на моей ноге вот так. То есть у меня нет такого большого, наверное, да, подъема ноги. Ну, красиво смотрятся и эти, но вот эти я оставлю себе, а эти я подарю маме. Ну, ей, думаю, что будет удобно. Ну, и они и потолще, да. Хотя светлые, она опять скажет, буду я в них спать. Затем у меня появились мужские носки мужу и сыну. Тоже вывязывала остатки, как вы можете заметить, остатки от кардигана. Здесь прям вот в ноль даже образец ушел сюда. Как и в розовых, кстати, носках тоже. Я даже образец пустила в работу. Все, у меня больше этой пряжи нет, и слава богу, все. А здесь мне просто было жалко этой пряжи. Я понимаю, что, наверное, эти носки совсем недолговечные, но ничего страшного, свяжу еще одни. Для меня носки это вообще не проблема, это прям вот очень приятное времяпрепровождение. Ну и сыночку тоже вот такие носочки. Очень интересные, очень красивые, на мой взгляд. Вот, я не буду говорить, сколько весят эти носки, потому что это
связана из разношерстной пряжи разного метража, поэтому я думаю, что это не так интересно. Но я, когда подведу итоги сейчас полностью, да, я вам покажу, вернее, расскажу, сколько у меня в целом извязана пряжа. Но я сейчас хочу показать вам еще одну готовую работу, но мне надо за ней сбегать. Итак, следующее готовое изделие – это наволочки. Да-да, вы видите, что у меня уже происходит с этими наволочками, потому что у меня есть дома активный пользователь этих наволочек. Вот. Их у меня на самом деле три. Есть еще очень большая тяжелая подушка, на которую такой валик. Если вы смотрели влоги, то вы тоже увидели. И здесь было 500 грамм. Ровно 500 грамм я все полностью извязала. Эту пряжу мне дарила Юля. Я не знала, я так посмотрела сначала, думаю, ну не знаю, ну совсем не мое. А потом как села вязать этими пальчиками, знаете, это пряжа Пуфи от Ализе. И прям не могла остановиться, пока вот не связала все, ну за два вечера. Я не успокоилась. Пользуемся прям очень активно. Юля, огромное спасибо. И это 500 грамм, но я их учитывать, наверное, не буду, потому что, ну что же здесь, да, вот... Это же огромный там метраж, чуть ли не 9 метров на 100 грамм. Поэтому, ну, просто для интереса было очень интересно, забавно и весело на самом деле провести пару часов вот с такой пряжей в руках. Вот, и на этом у меня все. Все носки показала, все крупные изделия показала, какие-то игровые изделия я вам тоже показала, все. Все показала, теперь давайте подведем просто итоги. Итого, у меня получилось в этом месяце почти 1,2 кг, ну там без 6 грамм, будем считать 1,2 кг. Это без пуфи, ну то есть без вот этих наволочек, вместе с этими наволочками, плюс еще 500, 1700, да, ну мы будем считать 1,2 кг. Вот столько мне удалось связать в этом месяце, при всем при этом у меня два крупных плечевых изделия. Я довольна. На самом деле я очень довольна этими результатами, потому что, ну, я не все время вяжу, параллельно, конечно же, занимаюсь очень многими другими делами, времени на вязание было очень мало. И вот так вот я и продвигаюсь. То есть, если мы с вами посмотрим на мой проект «Не больше килограмма», получается, что я чуть больше килограмма извязываю за месяц. Можно покупать килограмм и вязать килограмм, покупать и вязать. Вот так было бы, наверное, круто. Но... Мне очень нравится вязать из остатков пряжи, для меня это очень увлекательный процесс, очень увлекательное какое-то времяпрепровождение, придумывание тех же самых интересных носков, полосатых, не полосатых, разных абсолютно, подбирать метражи, миксовать. И поэтому я не жалею, что у меня есть небольшие моточки пряжи в моем запасе, в моем пряжном гардеробе. Кстати говоря, вас ждет новое видео о моих запасах пряжи. Я думаю, что оно выйдет в ближайшее время, ну вот начало декабря, скорее всего. Итак, а что же я купила? В этом месяце у меня сбылась мечта. Я все-таки приобрела кашемир по 120 грамм, два цвета я вам показывала. И то есть 240 грамм кашемира, мечта сбылась, мечта лежит. Лежит в шкафу, пусть полежит, пока у меня другие проекты и другие процессы. Но думаю, что... Хотя мне немножко жалко. Вот знаете, есть такое, что вот из этой пряжи мне немножко жалко вязать. Дальше. Я купила 650 грамм хаки, цвета хаки мериноса для мужа, на свитер для мужа, и выбрала свой килограмм. Все. Килограмма больше нет. А до марта жить надо. Вот заявила себе этот проект, да, и теперь сама и мучаюсь. Будет у меня немножко видеорассуждение в форме интервью на канале, где я тоже рассказываю, кто я есть на самом деле. То есть копитель пряжи или я жутко борюсь с ней. Тоже будет, мне кажется, вам интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной, приходите, смотрите, заходите в гости. Так, что еще купила? Купила... Бордо смесь, знаете, я вам тоже буду показывать на канале. Я вяжу бактус на заказ. Ну, как на заказ? Девочки, очень хорошие знакомые девочки, которым не хочется отблагодарить просто родителей, а родители заказали бактус из хорошей пряжи. И 200 грамм еще серого мериноса. А это будет моему крестнику. То есть на подарок тоже на день рождения. Вот. Такие у меня были покупки, килограмм выбран, теперь я не знаю, я буду ждать, наверное, Новый год, и может быть мне
родные и близкие мне подарят пряжу, не знаю. Но пока у меня есть из чего вязать и очень много планов на эту пряжу. Кот прыгает. Так, все. Мне кажется, я все вам рассказала. Очень не хочется прощаться. Такое хорошее видео, когда ты показываешь уже результат, проделанный результат, да, своего труда. И очень не хочется с вами прощаться. Хочется рассказывать больше не о чем. Все, закончилось. Так что всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока и до скорых встреч.